Дальше уже еретики, дюны, пророк, дюны, там еще тоже как в игре Эндера. Основное это игра Эндера, а потом уже пошли фантазии. Хроники, дюны и так далее. После игры Эндера еще пошло куча. Даже ремейк сделал Тени Эндера про Боба. Это все фигня. Это влажные фантазии. Пророк Дюны тоже извратили всю идею изначала, сначала до конца. То есть там уже не стоит. Это уже вольные фантазии. Да не то. Итак, смотри, как это связано с тем, что сейчас происходит. Откуда у них эти технологии, эти ритуалы у этих мадамов? А, так вот, обычные женщины, да, это как в мусульманских семьях, а вот эти вот ведьмы были другими. Смотри, что у них другого было, откуда у них все это? Мона даже имя императора вспомнила. Говорит, Дум какой-то на Д. На самом деле это Худ Дум, ну, первая Худ. А в книге это Шаддам, четвертый. На самом деле пятый, буква В. Но не важно. Откуда ведьмы взялись, сколько их функций, откуда власть такая. Знаешь, ощущение, как они Кона той вселенной в вампира превратили. Ну, смотри, какие на нем структуры, почему. И диагносты ему пусть пространство чистит вокруг него. Он его прихлопнул сразу. Да ладно. Ну, сам отправь, посмотри. Ну, моего он не прихлопнул. Сейчас смотри, что с Коном происходит. Он как, знаешь, как через иллюзии какие-то выгребает, продирается. Я его чуть повернул так вокруг, и он сейчас как в кустах там выходит из них. Ничего, разгребется.
Откуда эта технология, ритуал у этих ведьм? Да, я понял. Никак с компиков вытягивают, с квантовых информаций. Каких? Смотри, в той вселенной. Какие компьютеры были, не было. Да, я же тебе говорил, как апельсин разрезанный в половину, а там внутри как жемчужина. Оно получается как параболическая антенна, а вместо принимающей головки как кристалл какой-то. Вот, так что это все-таки устройство? Да, какое-то устройство. Или квантовый комп, ну, а именно компы, вот в нашем понимании там были, смотри. Но если эти устройства не принимать за компы, то я других не вижу. Это устройство, компов нету. Ну, ты сам говорил, если есть кристалл, значит комп. Поэтому я сделал вывод, что это комп. Нет, если мы видим как кристалл, мы видели квантовые компы как кристаллы, да. А там реально кристалл. Смотри, что за кристалл там. Да, вот синий, как у Димки, освещение. Откуда он? Подсказка. И Это как местная глаза природа тех, той вселенной. кто приходил. Почему? Какая связь? И в глаза, если посмотреть, там как кристаллы. Я не знаю, что это за природа, я не встречал. Мне не с чем сравнивать, неоткуда Хорошо, это брать. как некий кристалл всезнания, скажем так. А почему он как бы в глазах образован? У всех ли там такие синие глаза были? Всегда ли они сразу с рождения? Это вроде как посвящение. После чего это происходит? Подключки какие-то получают, для. Смотри, как.
смотри, если поймешь, ты можешь, тебе же нужна вся связь и практическая польза. Пробуй объяснить, если ты поймешь механизм, почувствуешь, что ты можешь и себе такое сделать, на энергетике скопировать. Так что смотри. Готовый ответ тебе такого не даст. Дима, а ты посмотри компики той вселенной или что-то, что используют как компики.